Ребенок может выбрать любой формат для изготовления своей проектной работы и вставить туда отсканированное им графическое изображение. Умение отсканировать графическое изображение, сделать живой настоящий рисунок в электронном формате, может быть использовано для того, чтобы сохранить паритет между рисованием компьютерным и рисованием живым настоящим на самой настоящей бумаге. И использоваться оно может в детских выставках, по показе творческих работ, при изготовлении проектных работ. Это может быть книжная выставка, когда ребята сканируют и прикрепляют обложки своих книг. Например, ученик в качестве формата для своей проектной работы выбирает программу «Перволога». Ему нужно сначала сделать живой рисунок, отсканировать его, найти электронный получившийся формат этого рисунка на экране своего компьютера, затянуть его в программу «Перволога» и использовать его на листе, соответственно, его замыслу. Теперь на то